Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Нурик. Сегодня будет видеообзор, точнее, такой важный момент по проекту Xplay Games. Здесь будем рассматривать руководство по эксплуатации кошелька Xplay Games. Про Game Launcher будем поподробнее останавливаться, что такое Game Launcher, для какой цели создана эта платформа. Давайте посмотрим. Сначала давайте про Game Launcher. Game Launcher — это платформа, или можно назвать проект, или продукт, создан исключительно Xplay Games, представляет новаторский подход к запуску игр, обеспечивающий идеальную децентрализацию игр Web3. То есть здесь что идет? Создается и передается обмен и конвертация монет на двор и NFT и средства запуска игр. Да, вот такой вот. Что такое вообще игровой лаунчер? То есть запускатель игры. Game Launcher играет жизненно важную роль в процессе адаптации игры для Xplay Games. То есть в течение этого периода игровые провайдеры могут продавать карты игровых фанатов через Game Launcher. В то же время у пользователей есть возможность оценивать игры, получая доступ к различной информации, связанной с играми, например, к возможностям бета-тестирования и видеороликам, посвященным играм. То есть здесь идет голосование. С чего начинается? Вот их веб-сайт Xplay Games Game Launcher. Как видите, уже ранее была игра, уже завершено голосование и набирала 248%. Как видите, уже это голосование завершилось. И теперь голосование идет в ходе выполнения лучшая рыбалка экипаж или Ace Fishing Crew. Это же продукт, это же игра в экосистеме Xplay Games. Уже набирала почти 7%. И еще продолжается. Здесь есть раздел покупка, еще недоступна, так как игра не запустилась. Здесь можно предварительно просмотр игры и официальный веб-сайт. Давайте веб-сайт посмотрим, ребята. Не веб-сайт, а саму игру. Как выглядит эта игра? Вот такая вот игра. Скорее всего, как рыбалка. Люди рыбачат. То есть ловят рыбу. Интересная такая игра. Конечно, сейчас грузит немного. Но ничего страшного. Вот инфографика, ну графика игры тоже как бы отлично. Можно вот в Google игры, в магазин приложений. Об этом я уже снимал видео, как это делается, чтобы заранее пришло вам уведомление. Вот. Можно перейти на их официальный веб-сайт, чтобы ознакомиться поподробнее, что за игра. Можно вот pre-register for Ace Fishing Crab. Здесь можно вот указать свой возраст. Вот, например, указать 1998-07. Вот. И нажать на agree. И здесь указываем свою электронную почту. Здесь pre-register. И мы получаем письмо, когда эта игра запустится. Вот. Продолжаем. Что нам надо, чтобы участвовать на Game Launcher? Сначала идем на Google Play магазин или iPhone. На iPhone можно, ну, Google Play Market это в Android, в Apple и можно на расширение Google Chrome. Вот такой вот. Я уже установил, устанавливаем. И это расширение выглядит вот таким образом. Xplay Games Wallet. Мы можем здесь создать новый кошелек. Также восстановить наш уже созданный кошелек. Если нажимаем на Import Wallet, здесь указываем ключ, здесь пароль и Submit. Создаем кошелек. Вот. После того, как мы создали кошелек, здесь есть мануал, как видите. Идем на
приобретение монет XPlay на бирже. Вот на каких биржах торгуется XPlay. Вот Bitham, Gate, Huobi, CoinEx, Bitmart, Corbit. Идем и покупаем наш XPlay. После того с XPlay покупали, уже готово, мы переведем их на Game Launcher кошелек. Да, вот видите, Game Launcher кошелек. Поэтому после этого мы нажимаем на Connect Wallet, то есть вот подключить кошелек, кошелек XPlay Games. Здесь подключаем свой кошелек. После того, как подключили, можно уже использовать эти разделы. Вот Game Launcher, указывается сумма, Ace Fishing, вот называется Purchase. И эта игра, как бы, участвуете в голосовании. Проверьте баланс и так далее. Вот. И это можно будет потом снять. Вот. Это только для того, чтобы участвовать на голосовании. Вот. Если, ребята, у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Вот. Что вообще такое Game Launcher? Game Launcher — это в XPlay Games есть Game Launcher, где пользователи будут проверять игры на предмет потенциального входа в экосистему. Игры должны предоставить игровую демо-версию, удобную для сообщества Web3, или реальные активы из игры, внутриигровые кадры и скриншоты. Здесь есть шаги, какие мы должны выполнять для того, чтобы участвовать на Game Launcher. Здесь еще есть по онбордингу. Если у вас есть игра и вы хотите, чтобы эта игра запустилась в XPlay Games, вам нужно отправить письмо на их электронную почту на XPlay Games support собачка XPlay Games. Да, вот такие вот. По поводу преимущества данной игры. Вот, видите, фан карт 1, 10, 20, 45. Ну, это зависит от вашего участия, сколько вы указали на этом, на фан-карте. То есть вот такой вот выглядит это тоже. Вот. Ребята, тогда если у вас будут какие-то вопросы, обязательно обращайтесь, напишите в комментариях. Буду рад ответить на ваши вопросы. Всем удачи, всем пока.